У нас действительно утро, у нас суббота, и как обещали синоптики, замечательная погода. Слышите, красота, солнце светит, Янка машет ракеткой теннисной. В общем, все у нас, как всегда, вы видите, в машине начинаем влог. Мы собрались, мы умылись, и сейчас первым делом мы подъедем ко мне на работу. А что будем делать потом, вы узнаете потом. Правильно? Зачем сразу все наши планы и секретики вам рассказывать? Так, по крайней мере, вы будете смотреть этот влог и проживать этот день вместе с нами. Янулечка, ты хочешь со зрителями поздороваться? Да, всем привет! Всем привет от Яночки, хорошего настроения и классных, позитивных выходных. Поехали на работу. Смотрите, какая замечательная погода, то, что я вам говорила, какое солнце. Знаете, что мне нравится? Вот небо, да? Голубое-голубое. И смотрите, желтые листва, вот это вот контрастные, да, два цвета. Голубой, желтый. Очень-очень здорово, очень красиво. Действительно, просто настроение сразу поднимается, когда смотришь на всю эту красоту. А еще, слушайте, так пахнет. Испан-круассан свежей выпечкой, они, видно, только-только испекли. Прям хочется туда зайти и пойти купить какой-нибудь круассанчик. Но пока я иду к себе на работу. Показываю вам, Мариночка пришла на работу, она тут букетик собирает. Смотрите, какой интересный очень тона выбрала, очень интересный цвет. Осенний такой, да, глубокий очень. Здорово, умничка Мариночка сейчас будет упаковывать. Как всегда, горжусь своими девчонками. Что-то я уже в последнее время часто стала это повторять. Да, надо сейчас... разбалую вас. Надо сейчас мне как-то, нет, наверное, немножечко вас поругать, да? Вот, так что сейчас Маринка упакует. А Янка тут со своей ракеткой и бабушке делает подарок. У меня моя мама была учителем географии. У нее первое образование БГУ. Это наш Белорусский государственный университет, геофак. И вот она проходила практику в школе. Как учитель. Правда, потом не работала она учителем, но Янка вспомнила об этом и, видите, целую коробку ей напаковала подарков. И сейчас приклеивает открытку. Вот. А Мариночка букетики делает. А я, наверное, сейчас поставлю чайничек, попьем кофе. Я как сделаю. Ты? Да? Привет, мои хорошие. Еще раз мы собираемся ехать к моей маме. Вы уже, по-моему, поняли. Смотрите, Яночка взяла небольшую хризантемку, завернула. Сама заворачивала. Так что Янка у меня в будущем флорист, наверное. Есть кому бизнес передавать, когда вырастет. То сейчас едем. Едем к маме. Немножко у нее погуляем. Подрадуем ее небольшим цветочком. А почему? Сходим в верхний город. Возможно, сходим. Почему всего один цветочек дарим сегодня? Потому что у моей мамы скоро день рождения. Они не просто скоро, а во вторник. Поэтому там уже, конечно, будем создавать что-то интересное, большое и необычное. Ну а так, как комплиментик, взяли ей один ее любимый цветочек. Она очень любит хризантемы, потому что ей нравится запах хризантемы. Вот, так что Янка довольна, слушайте, идет, несет перед собой, как факел эту хризантему. Ладно, пойду я открывать машину. Кстати, а где у меня ключи от машины? Я их, наверное, на столе Маринка оставила, нет? Глянешь? Как всегда. Как всегда. Вы знаете, вещи, которые вечно ищешь, это ключи. Всегда ищешь. Вот согласитесь. Вот расскажите, напишите в комментариях. Вот 100%, я уверена. Это ту вещь, которую всегда где-то вечно забываешь, вечно ищешь. Вот, точно. Вот. А еще часто очки ищешь. У вас такое бывает? У меня бывает. Ой, солнце яркое, все, иду. Янке двигаем машину. Все, поехали. У меня пока мама с Янкой накрывает на стол, я вам хочу показать. Смотрите, к моей маме прилетают часто голуби на балконы, видите? Петуньи прячутся.
Там что-то находят, наверное. А там что, мама, есть какая-то у них еда? Что они там едят? Со своей кормушкой. А, там выпадает. Они иногда драться и выбрасывают. Вываливается. А там, да, вот видите, у нас сверху кормушка для маленьких птичек висит. И, а голубь туда не может залететь и поесть. И вот когда выпадает, он, видите, в петуньях все ищет. Здорово, здорово. Очень любят балкон моей мамы разные птички. Всегда столько много у нее тут птичек. Кстати, я, слышишь, мам, заметила, что у меня под окном кухни гнездо тоже каких-то маленьких птичек. Прямо под окном кухни. Привет, еще раз, как вы видите, мы уже в магазине. Вон Янка с Маринкой играют в три краска челлендж. Да? В общем, там выбирают... с закрытыми глазами вытягивают три краски разного цвета. И потом надо будет нарисовать картину именно этих цветов. Бабочку вы будете рисовать? Вот. Не знаю, ручка не открывается, попроси Марину. А, как вы поняли, мы в магазине. Я, по-моему, уже вам только что об этом сказала, потому что сюда сейчас приедет к нам в гости наша Катя. Кто такая Катя? Кто давно на моем канале, вы знаете. Это тетя Яны и сестра моего мужа. Мы ее очень-очень ждем. Мы давно с ней не виделись. У нее в этом году была свадьба. Она вышла замуж, уехала. Она уже здесь не живет, но приехала в Минск. И мы, конечно же, обязательно хотим с ней увидеться. Поэтому сегодня она вот с минуты на минуту должна здесь появиться. И мы ждем ее. Ну, пока ждем, как вы поняли, Янка играется. А я решила включить камеру. И знаете, что вам показать? Показать вам осеннюю композицию, которая, пока мы с Яной были у моей мамы, кушали. Кстати, очень вкусно мы покушали. Маринка сделала, смотрите, какую композицию в тыкве. Я привезла несколько тыкв. И вот у нас такая осень на столе. Такой небольшой тыкв. Слушайте, как пахнет, Марин. Пахнет, тыква пахнет сама. Угу. Ты когда вот доставала, наверное, все из нее, вообще супер. Такой запах, ну, приятный очень. Она еще желтая, это такая тыква, которую кушать можно. А, то есть это такая съедобная тыква, да? Очень-очень классная, классная, по-моему, композиция. И чем я люблю вообще композиции в оазисах, да, в губке, тем, что они же очень хорошо и долго стоят. То есть даже если вы туда поставите какой-то цветочек, который не сильно стойкий, просто в водичке, то в губке он будет... стоять долго и хорошо. И кто знает почему, напишите в комментариях, потому что если не знаете, я вам об этом могу рассказать в следующих видео. Я хочу рассказать. Янка хочет сразу все секреты раскрыть. Ну почему? Потому что губка напитана водой. А, ну это как один из вариантов, но нет, не в этом секрет. Так что пишите, посмотрим, кто из вас знает, в чем секрет, почему в губке цветочки стоят дольше, чем просто в обычной вазочке. И потом я вам расскажу, кто был прав, либо прямо в комментариях отвечу, кто из вас правильно ответил на этот вопрос. Видите, у нас такая викторина даже сегодня. У нас сегодня интересный эфир с викториной. Все, смотрю, мои девчонки рисуют бабочек. Маринка рисует. Янка, ну ты кисть взяла, ты бы еще эту такую малярную взяла бы. Самую большую выбрала, вот такую. Марина аккуратненько рисует, а Янка вот такой. Ну, с другой стороны, крылья бабочек удобнее вот такой кистью рисовать. Ладно, посмотрите, что они нарисуют. Потом камеру. Ну вот, смотрите, Маринкина бабочка. Полосатый. Такой. А у Янки потекла краска. И у Янки ее большой кисточкой. Такая полная. Как это называется? Импрессионизм, да? Или это такой хобби? Или пока не знаешь. Знаешь, привет! Я подглядываю за вами. Ты моя красотуля. Да, тут папарацци ходят, смотрят. Так, а со мной будешь обниматься? А ты там нас снимаешь, кидаешь. В общем, как вы видите, мы тут все грузимся в машину, потому что приехала Катюша, я вам уже об этом рассказала, и сейчас мы решили поехать поставить машину во дворе и пойти в кафешечку. Вон там Янка, довольная, счастливая Катюха. Вот, и мы сейчас сходим в кафе, посидим, пообщаемся, потому что действительно очень давно мы не виделись. Ну и Янка поиграет на детской площадке, благо погода позволяет. Поэтому все, мы поехали, а
к вам, я уже вернусь. Сейчас, слушайте, у нас уже вечер, начинает темнеть. Я, Яна и Катя, мы идем к нам домой, потому что Катюша идет к нам в гости. Сейчас вместе приготовим ужин, дождемся Димку. И все вместе еще такой вот нашей родственной семейной компанией посидим. Катя вместе с Янкой на заднем плане мешает мне снимать видео. Вот, ладно. Поэтому, наверное, буду прощаться. Вряд ли сегодня буду в прямой эфир. Сами понимаете, Катюшу не видели целый год. И она опять уезжает уже 11 числа. Поэтому проведем этот вечер вместе с ней. Не обижайтесь. Завтра я к вам обязательно вернусь. С вами была Оля. Все, мои хорошие. Люблю вас. Пока-пока.